Итальянские сыры в Козловском округе. 20 тонн продукции в год собирается выпускать сыровар Роман Исаев. Открыть собственное производство ему помог грант «Перспектива». На реконструкцию сыродельного цеха и покупку оборудования фермер получил более 9 миллионов рублей. 8 лет назад Роман Исаев переехал в Козловку из Казани. Заметил, что тут в магазинах нет приличных сыров. Попробовал сделать сам, на кухне, в обычной кастрюльке. Сделал, мне не понравилось. Жена сказала, что вкусно, сделал еще. Я сделал еще, потом еще, потом еще. А потом уже стали появляться там друзья, которые давай сделай сыр. Так кастрюли с сыром становились все больше и больше. Потом и вовсе Роман снял помещение рядом с домом. В день перерабатывал по 100 литров молока. А 2 года назад решил, что за это дело пора браться всерьез и прошел обучение в школе фермера. Он у нас грантополучатель по программе «Перспектива». Это у нас новое направление, которое действует с 2021 года. Он обучился в школе фермеров и получил после обучения грантовую поддержку по размеру около 9 миллионов рублей. На эти деньги Роман Исаев открыл собственный цех, закупил все необходимое оборудование. Когда только начинал, производил до 68 видов сыров. Сейчас же решил ограничиться 2 сортами – сулугуни и моцареллой. Важнее не за количеством гнаться, а улучшать качество, пришел он к выводу. Сейчас на предприятии трудятся 3. Получаем партию от молока и сразу же ее начинаем делать. Пока сыр готовится, мы начинаем обрабатывать ту партию прошлого дня, потому что ей нужно время, чтобы она скисла, чтобы сыр начал тянуться во время горячей обработки. В сыроварне за смену обрабатывают до 3 тонн молока. На выходе получается 300 килограммов готового продукта. Поставляется он в Чебоксары, Свияжск и Казань. В будущем географию планируется расширить, а также начать реализовывать сыры через маркетплейсы. Наталья Егорова, Алиса Александрова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.